Походу нікого нема, так. Будьте як вдома. Чувствуйте себя комфортно. А це не відводиться, що, блядь, автоматик тут саме, блядь. Там модні! Так! Група таксистів! Пускай журналісти, блядь, знімають! Алкоголіки, блядь! Это уже наши. Я видел, когда наши типа это. Но до конца не получается, потому что видишь, они в эту сторону. Разве что в ту сторону мы можем их попробовать. Дайте выйти. Пацаны, уведомление про правопорушение. ПАТ «Холдинговая компания Київміськгуз». Так, тут показаний договор аренди, підписаний віце-президентом Сергієм Кударенко. Також «Укрбудінвест». Про рішення Київської міської ради щодо забудови. Код кадастрового реєстру тут також вказаний щодо будівництва. Тобто тут, ймовірно, знаходяться документи, які показують виконавці роботи та документи, які підтверджують, скажімо так, книги або ж підроблені, або ж дійсно. Нагадаю, нормальна книга, я її почитаю. Лень, вот Лень, сказал, людей, как назвали себя сами. Путина любят, вот пацаны. Вожди и разведка от Ленина до Путина. О, землеройка. Нормальная книга. О, закладочка. Что там, надо что-то тушить? Надо спробую воду попросить. А где, где? Давайте я потушу, отойди. Давай, давай. Ты популярный будешь, Марик! Прямо в на документы! Я с тобой отойди за эту камеру, блядь! Ну что, получается? Будет. Оператив, это питание хорошее. Так было и так было. Але так не повинно бути, в будь-якому разі. Щоб так трапляється, як зараз, то приходиться. Насправді Азов знищив 50 років. Це перша така, насправді, перемога в пустаті. Тому що ці люди взагалі вважають, що вони абсолютно не підсумують. Що вони можуть посеред білого дня в центрі Києва стріляти з вогнепальної зброї, використовувати патрульні гази і так далі, кидати каміння, цеглини. З того, що хлопці підійшли, спробували завести декількох місцевих мешканців, які тут, був транспорт і так далі, завести, власне кажучи, за порта. Замість цього вони отримали кулі, вони отримали з травматичної зброї, вони отримали цеглини, вони отримали отруйні гази. З цього... Так, да, конечно,
Она так говорила, что, блядь, Клычко палит. Скотина. Клычко палит. Что, говно не палит? Не хочет, зараза. Страшная дело. Так давайте поругаемся, как ёбани мады. Не-не, его надо именно спалить, чтобы этот проект они на этом все и закончили. Чтобы больше не делали таких баннеров. Да чекайте, вон там баррикады еще складают. Есть угодно. Разом с баррикадами. Нормально для распалки. Я еще раз попробую. Потому что детальный план территории должен разрабатывать в точном соответствии с генеральным планом. Все количество проектных институтов, проектных организаций. Решайте судом вопрос. Может это легко позволит сделать. Меня интересует только один вопрос. Как будет жить этот город? Точно такая же проблема у застройщика, который влез в эту интересную историю, и я допускаю, что у него убытки, я все это прекрасно допускаю. У застройщика инвесторы, которые тоже перепуганы, не понимают. Так чего мы играемся вот в эти передергивания? Может как-то объясниться, что вы, ребята, будете жить вот так. Здесь все законно. Вот вам все документы. Покажите публично. У нас все правильно. У нас все хорошо. Мы процедурно все сделали. Расскажите мне про расширение улицы Святошинской и как можно дать умовы для начала строительства, если подъездов стройплощадки нет.